На фото с аукциона видны последствия сильнейшего удара, от которого пострадала не только передняя, но и задняя часть. Трехлитровый BMW X4 2018 года выпуска в довольно богатой комплектации и с очень привлекательным пробегом. В описании не указано вообще никаких недостатков, а по телефону и вовсе обещают автомобиль в идеальном состоянии. Машина в идеальном состоянии, в принципе, там то, что есть, там один косячок, я на месте покажу, если будете смотреть. Навес, крыша, ну, где машины стоят, парковочно, снег сошел, но она рядом с навесом стояла, просто сюда и придавила. Все, там больше нет, нету никаких. Ничего, да. Напишите в комментариях, чему вы больше верите. Тому, что машину дооснащали, на нее сошел снег? Или тому, что кто-то взял битую машину на восстановление и теперь продает ее под видом идеальной? В отчете автору есть две красные пометки. Первая – это участие в ДТП в июне 2019 года. Вторая – это продажа на аукционе битых автомобилей в мае 2019 года.